Было исследование Высшей школы экономики, которое показало, что мусоросжигание является небезопасным способом утилизации отходов, что мусоросжигательные заводы, их деятельность приведет к увеличению токсичности отходов. А знают ли в Казанском Кремле об этом исследовании и не пошатнулась ли от этого вера властей Татарстана в небезопасность завода, который собирается строить, и на какой стадии вообще этот проект, он вроде как должен был начать строиться в июле, что сейчас с ним, и где, что с экспертизой международной, которую Минэкология. Во-первых, вера властей может быть основана только на мнении экспертном и на той экспертизе государственной, которая должна состояться окончательно. Да? Мы только на это основываем свою веру. Когда получим экспертизу, тогда будем это все понимать. Что касается того исследования, которое Высшая школа проводила, нам не предоставляли результаты этого исследования, мы их не видели как таковые, мы видели, публикации появлялись. Что касается международной экологической экспертизы, независимо о которой шла речь, да, в самое ближайшее время министр экологии планирует непосредственно встретиться с этими экспертами. Насколько мне известно, речь идет о, на сегодняшний день преимущественно о германских специалистах, которые, значит, планируют проводить эту экспертизу. Это должно произойти вот этим летом, у них и встреча, я, насколько я знаю, у них уже даже первые договора начинают они заключать с ними на проведение этой экспертизы. Но это все-таки, опять же, вопрос лучше к Минэкологии, мы лишь владеем той информацией, что они нашли экспертов, у них уже есть договоренность, они с ними заключают договора для того, чтобы проводить эту экспертизу. А строительство нет, это лучше к инвестору, но, насколько я знаю, до сих пор нет еще заключительной экспертизы государственной. Они не могут начать строительство, пока ее не получат. Сроки проведения экспертизы от месяца до 3 месяцев, насколько я помню, во всяком случае так было. Там же должно пройти 2 экспертизы. Там же 2 экспертизы, каждая из них от месяца до 3 регламент подразумевает. На какой стадии у них сейчас рассмотрение документов, все-таки у РТ-инвест лучше уточнить.